У татарского театра, наконец, есть рулевой. В Набережно-Челнинском государственном татарском драматическом театре утвердили новое руководство. По решению Минкульта республики изменена концепция управления двух театров Татарстана – нашего и Казанского театра кукол «Экият». Исполнительным директором Челнинского драмтеатра назначен Руслан Исмагилов, который с октября прошлого года являлся исполняющим обязанности руководителя. Он будет вторым лицом в учреждении культуры, главным в театре. Теперь станет художественный руководитель, наделенный новыми полномочиями. Им станет столичный специалист Олег Кинзягулов, ранее работавший в театре Камала. Будет не только руководить художественными процессами, но и нести материально-техническую ответственность за учреждение. Также его приказом назначают руководство театра, в том числе его заместители и исполнительный директор. Художественным руководителем Набережно-Челнинского татарского государственного драматического театра назначил Олег Матьярович Кинзягулов.